Да, естественно. Что она умеет? Чем она занимается? Какая ее работа? Ее работа — ходить по следу, ловить преступников. Сколько преступников Блонда поймал? Вы знаете, трудно сосчитать. Ну, много. Ну, я не знаю, Максим. Может быть, мы сделаем такое задание — найти преступника среди нашего технического отдела? Давайте попробуем. А пока вы если будете у вас сейчас есть готовить... лишнее. Да, если вы будете сейчас готовить. О, не хотел бы оказаться на его месте. По первому зову видели, Юрий? Феноменально. Отлично, сейчас еще. Смотрите. Он попытается убежать. Он тащит собаку. И последний трюк, 15 секунд у нас есть. Смотрите, как завелись все собаки, они тоже хотят так научиться. Ох, как достается этой собачке. Как достается. Юрий, вам слово. Спасибо.